я сижу в машине, жду детей. Они через 10 минут уже приедут. Уже машина набивается. Дождь, кстати, закончился. Торнадо здесь нет, но пришли оповещения из школы. Дети, как бы будет ваша школа, будет с вами торнадо, то как бы свои меры принимаем. Вот, но ехали и автобусы все ехали, потому что для автобусов это очень плачевно будет, если торнадо во время торнадо. Но здесь все нормально. То есть, по идее, если бы я же уже приехала сюда просто, и здесь угрозы торнадо нет, но школу оповестили, что здесь учеба как бы. Потом приедут, либо заберете сами, ну типа того. Ой, вот. В общем, вот так вот. Вот так вот жду, жду, сейчас приеду, уже разбило. Кстати, молодец, забыл посылки. Очень расстроился на эту тему, ему нужно было отправить из Майами сюда, куда-то. Я со своей морозилкой, и у меня там котка. Котка еще не отдала, разговаривала об уме, не отдала ему котка. Надо было ему сейчас отдать. Открываю, я просто разговариваю одновременно, открываю окно, Лёва, забери. Всё, дожду сейчас детей и пойду домой. А, ещё пришло, что затопление на дорогах. Я вот сейчас, кстати, тоже ехала, и у меня старалась ехать более посередине, так, потому что я только съезжаю в какой-нибудь левый или правый ряд, и там уже затопление. То есть там, не дай бог, ещё чего на дороге. И, в общем, я старалась ехать посередине, перестраивалась, светофор, когда поворачивать, а так старался ли посередине ехать. Затопление на дорогах, вот у нас тоже пришло оповещение, что затопление. Это значит, скоро будут стоять машины. Ну, вот уже даже стоят в каких-то местах. Да. Так, приехали мои зайцы. Хорошо, дождя нет, потому что зонт у Машки остался. Ну, так себе нет. Идет немножко. Ну да ладно, чуть-чуть кофе кладу. Возрасте вдруг узнать.